Всем привет, друзья! С вами Эрика Кваи и Джоби, и сейчас я покажу вам новый микрофон Wave Love Mobile. Посмотрим, что в коробке. Здесь удобный и мягонький чехол для переноски микрофона, чтоб ничего не потерялось. В комплекте идет TRRS-адаптер, и микрофон легко подключится к телефону, камере или планшету. Также в комплекте идет один поролоновый и три пушистые ветрозащиты. Wave Love Mobile – это всенаправленный микрофон, и поэтому он получает звук со всех сторон вокруг. Даже если вы повернете голову в бок и будете говорить в эту сторону, в эту или вовсе вверх, все равно звук будет чистым. Микрофон легко закрепить на воротнике, убрав провода под одежду. Или прикрепить к шапке. А если у вас длинные волосы, можно спрятать петличку под локонами. Главное, чтобы об нее ничего не терлось, иначе будет дополнительный шум, и он вам не понравится. У Wave весьма длинный провод, аж 1,8 метра, чтобы вы могли свободно двигаться. Помните, туго натянутый провод дает лишний шум на видео. Не снимайте так. В комплекте три цвета ветрозащиты. Веселенький, если настигло единорожье настроение. Оранжевый и базовый черный. Ветрозащита поможет записать хороший звук для влога, а не такой. Wave USB-адаптер для ноутбука подойдет для съемок видео и пригодится в ходе видеозвонков и веб-конференций. Также есть сплиттер для телефона. Ну а просто для записи звука на Android напрямую подключайте к телефону. Для айфонов используйте переходник на Lightning. Подробности о Wave Love Mobile и всей экосистеме Джоби на сайте jobi.com.